Так, друзья, пришло времечко. Последние обработки с инсектицидом и фунгицидом. Это я буду такое использовать для своих растишек, потому что сейчас пришло время, когда гусеницы, бабочки, всякая тут хренотень, короче, активно хочет пожрать ваш урожай, независимо от какой это бы ни было культуры. Да-да, именно от той культуры, которую нужно обработать. Я так считаю, что как раз у этих срок действия вот этих вот препаратов в среднем около 14 дней, и они являются биопрепаратами. Это липидоцид, это против гусениц, бабочек. Скажем так, это профилактика от животных. Ну, можно так, да, допустим, образно назвать. А фунгицид – это против вирусных каких-либо заболеваний. Когда, допустим, чтобы не было вот этих перепадов, когда ночью прохладнее, а утром теплее, как бы, скажем так, чтобы не было вот этих вот, как бы, всякой гадости, которая может вызвать бактериальные вирусы, да, вот можно так вот назвать. Ну, мы запомнили, да, это от букашек, это от заболеваний. Профилактика будет вам, как говорится, не помешает вашей растишке.